Конгур поступают первые результаты единого государственного экзамена. И уже есть первый так называемый стабальник, выпускник, набравший максимально возможное количество баллов за экзамен. Им стал ученик лицея Денис Черепанов, набравший 100 баллов по информатике. Всего этот предмет сдавали 33 человека, трое из которых набрали 88 баллов и выше. 5 человек сдавали географию, максимальный балл 83, набрали по одному выпускнику школ номер 10 и 21. 19 человек сдавали литературу, 3 из них показали результат от 90 до 97 баллов. Все выпускники лицея номер 1. Также уже известны результаты экзамена по русскому языку, который 165 11-классников писали 6 июля. 40 человек показали результат от 90 до 98 баллов. 28 из них выпускники лицея, 6 – 10 школы, 4 человека из школы номер 1 и 2 человека из 21 школы. В среду станут известны результаты по русскому языку за 7 июля. В этот же день состоится заключительный в основном периоде экзамен по иностранному языку.